канун Дня Победы приднестровские добровольцы продолжают высаживать деревья. Это международный экопроект «Сад памяти». Главная цель – посадить 27 миллионов деревьев и зеленых насаждений в память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Сегодня в Тирасполе депутаты Верховного Совета и партии обновления высадили более двух десятков кустов самшита. Вторник на этой неделе мы проводили акцию «Сады памяти» в ботаническом саду ПГУ. Наши ребята, активисты, которые сегодня здесь работают, обратились с инициативой, чтобы выделили кусты самшита. Эти кусты самшита мы сегодня высаживаем в психоневрологическом диспансере. Хочется верить, что суд станет красивее после этого. И вот эти вещи направлены на сохранение памяти, на развитие каких-то экологических инициатив. Они будут иметь продолжение в нашем городе, в нашей республике. В рамках экопроекта в разных странах за 5 лет добровольцы успели высадить более 6 миллионов деревьев. Из них около 200 в Приднестровье. В этом году в планах провести сад памяти еще в Днестровске и Бендерах.